Чебоксарах состоялся третий фестиваль национальной моды, дизайна и ремесел «Чувашия многоликая-2018». В Доме дружбы народов республики собрались ведущие художники, модельеры, мастера народных промыслов со всей республики. Все времена. Так коротко можно охарактеризовать показ национальной одежды на фестивале. Старинные костюмы прошлых веков органично смотрелись на фоне современных стилизованных нарядов. Тон задавала коллекция фабрики «Пахотери». Часть из них – уникальные образцы, хранящиеся в фондах предприятия. Необычайно широким фронтом выступили и молодые модельеры, причем они показывали не только одежду, аксессуары тоже выполнили в этнических мотивах. К празднику моды присоединились и фольклорные творческие коллективы. Особым украшением стали гвардейский казачий народный ансамбль «Раздолица» и казачий хореографический ансамбль «Станица». «Чувашия многоликая» стала не просто модным показом, а превратилась в сценическую площадку, которая объединила самых творческих людей со всей республики. Тех, кто старается сохранить и передать следующим поколениям многовековые традиции своего народа.